Здарова, друзья! Сегодняшний гайд у нас посвящен Омнику. Расскажу про его скиллы, расскажу, как его качать и, соответственно, к какой роли относится этот персонаж. Интересно? Тогда подписывайся на канал и будь в теме. Давайте посмотрим теперь, какие у него скиллы и что делает этот персонаж в целом. Погнали! Так, друзья, первый спал на нашем персонаже — это хил плюс дэмэдж. С колдауном 10 секунд. На первом левеле у нас хилит 90 и дамажит 90, и соответственно так и будет, ребят, чтобы не повторялся, вот так вот дамажит, хилит. Смотрите, на втором левеле 180, на третьем 270 и на четвертом 360. 360 чистого дэмэджа на ласт левеле, это очень много, ребят, не верите, что чистый дэмэдж? Окей, давайте посмотрим, вкачиваем на 4, смотрите, раз. Сколько хитпоинтов? 480, окей, 500, хиляемся и... Получает Хускар полный дэмэдж. Все вы знаете, что у Хускар третий спел — это сопротивление к магиям. И наш первый спел Омника это игнорирует. Спел очень прост. Можно юзать на своих тиммейтов. Хилить, спасать. И хорошо продамажить. В случае, когда это необходимо. Все. Погнали на второй спел. Второй спел на нашем персонаже — это таргетная способность, которая позволяет накинуть ее на нас или на энеми. Если вы хотите заруинить, или на нашего союзника. Что же делает эта способность? Эта способность защищает от магии, в зависимости от уровня прокачки, соответственно. Смотрите, первый левел у нас 6 секунд защиты от магии, второй 8, третий 10, четвертый 12. Колдаунис у нас вся эта тема, 14 секунд, да, чуть не сказал 12. Раньше так было, 12 секунд висело, раньше было 10 секунд висело, 10 секунд кдшилось. Но сейчас сделали 12-14, ну прикольно, прикольно. Это такой, знаете, как мини-БКБ. Но есть особенности этого спела. Сейчас я о них вам поведаю. Смотрите, прокачиваем. Четверочку кидаем. Венга не может дать миссл, но она может нас изи свапнуть. Это вот такая вот особенность первая. Сейчас, смотрите, шапалаха даст. Нет, не дал. Ладно. И что будет происходить с Хускара стрелами, если на нас репел? Смотрите, Хускар накидывает, накидывает, накидывает. Смотрите, нас дамажит, да, запиливает. Накидываю на себя репел, нас не дамажит. То есть это полностью подтверждает то, что стрелы Хускара — это магический дэмэдж, и они блокируются от репела. Это все просто. Но есть еще такая тема, смотрите. Мы кидаем на себя репел, и Doom может накинуть на нас ультимативную. Причем нас будет дамажить. Ребят, это такой микромомент, который стоит знать. Если вы хотите засейвить вашего тиммейта от ультимейта Дума, накинув на него репел, ни в коем случае так не делайте, потому что вы можете лохануться и вовремя не захилить. Вовремя не захилить. Знаете, почему вовремя не захилите? Потому что, смотрите, когда мы, вот смотрите, мы можем так захилиться. А вот так мы не можем захилиться. Я кидаю на себя репел, и я не могу захилиться. Вот такая вот особенность данного спала, ребят. В принципе, все секреты о нем я рассказал. Прост применение, можно накинуть на enemy. На инами, в принципе, можете вот так вот накинуть, смотрите, на Хускара. Закинули. Подошли, хильнулись. И Хускар живой и вас убивает, потому что на нем ваш репел, ваш БКБ. В принципе, вот такой спел. Хотите руин, кидайте на инами. Все, я сказал, гоу на третий спел. Третий спел на нашем персонаже реально вот такая тема, потому что позволяет за нами не угнаться, и мы можем не позволить противнику уйти, потому что мы будем очень сильно замедлять. Также этот спел замедляет и скорость атаки. Попроцентно. Смотрите, на первом левеле 10, на втором 18, на третьем 26 и на четвертом 34. Атак спида и момент спида будет у нас урезано у enemy в случае, если они находятся рядом с нами. Давайте мы докачаем и примерно я вам покажу, как это работает. Смотрите, как Венга будет и Doom нас лупить. И, ну, Doom мы отойдем, отведем. Смотрите, Венга очень медленно бьет, но как только я отхожу, смотрите, она начинает бить быстрее. И, соответственно, вот Венга убегает. Я на нее прыгаю. Вот так вот, смотрите. Я иду за ней. И смотрите, как сильно она замедлена. Она просто ничего не может сделать. Вот такая особенность третьего спелла. В принципе, ничего больше этот спел не делает. Но спел очень полезный, ребят. Реально топовый спел. Погнали на ульту уже. Ульта ведь реально интересная. Что ж, ультимейт на нашем персонаже — это неуязвимость к физическим атакам. Реально. Неуязвимость к физическим атакам на определенное количество времени. Колдаунис у нас ультимейт 150 секунд. Возможно, покупка сцептра. Я оставлю ссылочку в описании на видосик по аганимам. Обязательно посмотрите, потому что это вот такой вот аганим на данного персонажа. Но не стоит забывать, что этого персонажа можно собирать
как в кора, так и в саппорта, ребят, не забывайте. Что ж, вернемся к нашему ультимейту. Смотрите, на первом левеле 6 секунд неуязвимости к физическим атакам, на втором 7, на третьем 8. Как это у нас будет происходить? Докачиваем, ультуем, направляем наших союзников, чтобы они нас били. Понимаю. Заставляем Омника лупить. Понимаю, смотрите. Нажимаю еще раз. Дэмэджа по нам не проходит с руки. Просто посмотрите. Нам плевать абсолютно этот дэмэдж. Все. Ульт заканчивается и дэмэдж пошел. Но Омники не смогли вот эти стороночки постоять. Хускару дали все равно шапалаха, чтобы он не душил. Ну, в общем, все просто, ребят. Ультимейт позволяет нам быть неуязвимым. Но есть такая тема. Мы кидаем ультимейт, кидаем репел. Мы себе не сбиваем Guardian Angel. То есть это ультимейт. На 83-й карте мы себе так собьем ульту, потому что раньше ультимейт работал на 83-й карте. То есть, соответственно, он работал по-другому. Он давал армор. А насколько вы знаете, вот этот армор, который нам дается, вот смотрите, как глиф, допустим, нажимаем глиф, вот этот армор. Тавр имеет вроде 100% смягчение дэмэджа, да, но одна тычка по тавру дает минус один хитпоинт. Также это работало, в принципе, на Омнике. Омник ультовал, и массовый ультимейт рядом с нашими тиммейтами, на которых все вот это вешалось в АОЕшке. А какая АОЕшка у нас тут? АОЕшка не написана, ну это как обычно, в принципе, Warcraft, добрый вечер называется. Сейчас я вам скажу, какая примерно это будет АОЕшка. Но тут уже не достает. Но в АОЕшке где-то 700, даже меньше, смотрите. Вот тут примерно уже точно должно стоять. Да, но АОЕшка вот это примерно 700 рейнджеров. 700 АОЕшки, ультимативная наша всех, делает неуязвимыми. Так вот, о чем я. На 83-й карте это работает немного по-другому. Если вы завязаете ультимативную и кинете на себя репел, вы снимете с себя ультимейт. Вы снимете с себя здесь баф. Баф вот тут армора. И минус ультимейта на 83-й карте в том, что тут у нас ультимейт дает именно неуязвимость, а там давал армор. Хотя также написано неуязвимость. Вот такая вот фишка на 85-й карте по Омнику. И что ж, поговорили мы о всех его спеллах. В принципе, я вам все рассказал, все нюансы. Прикольный персонаж. И давайте посмотрим теперь уже на практике, как этот персонаж будет душить. Поехали. Почти не было репел по колдаунам. Единственное, нужно будет расчет холодный на команду. Слушайте, я тут не уйду, надо ультиматив нажать. Да, я тут не уйду. Ну а что произойдет дальше, смотрите в этой эпичной игре. Смогу ли я это закомбэчить, уйти или я умру? Не знаю, что произойдет, ребят. Давайте, пишите в комментах, что сейчас будет происходить, и смотрите этот прикольный видос. Итак, ребят, что ж, начинаю вторую игру. С прошлой вышел, абсолютно неинтересно было играть, доминировали, и типа, ну как, в чем смысл показывать вам доминацию, если можно показать. Вот такая сейчас будет игра, называется сосальня-басывальня, и, соответственно, будем сейчас пытаться играть в с такого пика. На мид у нас идет СФ, который нафидит. По 0.40, я думаю, если Сларк пойдет на мид, я думаю, если СФ один раз умрет там на миде, я приду на мид, будем просто стоять даблой. Потому что мне расфиженный Сларк, очень не хочется видеть его в игре, потому что Омника придется собирать тогда очень по-жесткому, через линки всякие, башеры, молнии, чтобы не выпускать со станов Сларков, чтобы пытаться слить. Ну и, соответственно, Дум тоже контрпик хороший тут. Ну и Легион просто одна кнопка, до свидания. Плюс я стою у нас тут нанизу с Джиггернаутом, как обычно. Но зато на топе у нас ЦМ-ка плюс Мартредка. А Джаги я не буду фарм оставлять, потому что я в нем вообще не уверен. Не уверен вообще в нем. Поэтому вот как-то вот такой вот расклад. Первую каточку покинул. Нахрен там играть. Бестолковая игра была. Выигранный мид, выигранные линии, Леорик ливнул, и уже не вижу смысла там сидеть играть. Так, ну первого крипа я прогуливаю, как обычно. Джага даже не пытался того крипа добивать. Ему он не нужен. Хорошо. Даже вот эта дурочка знает, что нужно крипов добивать. Джага будет руинить мне очень много крипов. Ему тут фарм нельзя давать. Там сетка, кстати, еще тоже один контрпик. Я буду в репеле в сетке стоять. Прикольно. Ничего страшного. Но зато научитесь, ребят, будете смотреть игры мои на контрпиках, пацаны.
как будут отыгрывать. Закрутился спин. Крутится волчок. Поехало. Поехало дело. Ребят, будем выходить по стандарту фейзы. Сларк немного личико подровняли. Молоточком. Молот правосудия. Который укрепит нашу веру. Так, ну я сейчас лоханулся, не промикрил. Джаги так спит, кстати, очень хороший на... Да, вообще на ранних стадиях. Кого сейчас сделаем сапожок? Давайте, я не знаю, стик. Стик есть войсковый. Ну, можно будет сделать стик все равно. Полезен будет. Но мне нужно слот освободить, чтобы потом купить себе сапог. Джага просто автотачит. Можно скорее. Как можно скорее забрать крипов, чтобы омник не мешал. Ой, хороший крит. Класс, классика жанра. Кто там на миде, кстати, у них? Дум, ой-ой-ой-ой. Я бы там вообще так с Думом бы стоял. Дум бы вообще к крипам не подходил. Это был бы фит на фиде. Я вам отвечаю. Потому что очень сильно ближний бой он контрит, данный персонаж. Очень сильно. Зайди на хайграунд сюда, отсюда действуй. О, молодец, соображаешь. Ясно, но в микроконтроле потерялся. О, го, 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 го. Гоу. О, чуть-чуть догнать, но догоню тут. Догоню. Догоню. Хорошо. Это законный мой фраг. Безусловно. Black Sea Odessa. Слушайте, может в роум уйти? За роум очень много платят, но... К сожалению, будет такая проблема, что не будет экспы, которая мне очень необходима на данном персонаже. Зефри. Рекуру. Нажми Куру реюзнуть. Ну, просто посмотрите на него, дебил. Кура за ним прицепилась, он от нее убегает, не понимает, что происходит. Глупышка моя. Я твой зайка. Рубим деревья, чтобы нам было хорошо. И пойдем сейчас стакнем вот этих пацанов. Пацаны мои, пацаны. Вперед. Стик. Пойду на низ разминать. Сларки лоу хэповые. Как же это прекрасно. Сколько у нас? 180 хитов. Одна тычка хил. Одна тычка хил. Пацаны мои, пацаны. Да, я это сделал. Надо было обратно в лес пытаться убегать. Ну хотя тут вижен будет. Все равно и крипов много. Ничего страшного, зато сделал свои киллы. Сделал свои киллы. Так. Что будем сейчас делать? Сейчас ныряем в лес. Ныряем в лес. Ищем легиона, досаждаем ему. А в идеале вообще сейчас апнуть 5-й левел. С нижней линии. Убив кого-нибудь еще раз. Гоу. Можешь начинать даже. 5-й левел у Джаги. Идти, как я говорил. Буду отступать. Вернее, уступать по левелу пацанам. И Лего там фармит. Легиону надо будет еще сейчас подосаждать немножко. 5-й левел получу и побежала. Потому что по-другому никак. Блин, ну вот... Ребят, никогда не автоаттачьте. Пытайтесь добивать крипов. Никак этот джиггернаут. Просто райт-кликом нажал и стоит долбит. Причем он не сам не добивает. Ну, бывает, добивает, когда крит удачно срабатывает. Бывает, когда неудачно срабатывает крит, он не добивает, соответственно. 6-й левел на легионе, скорее всего, будет ультовать у Сефа, но Сефа он не убьет этого. Думаю, ах, он зафармил мой стак. Ах ты, скотина на легионе. Вот, вот, найс, я ему подсобил на самом деле. Бери иллюзии. Боже, он его там просто задрачивает. А Сеф не может нажать ботл, начать отхиливаться. Ну, овер, глупышка. Сеф. Гоу, гоу, гоу.
Вот этого пацана. Хорошо, в таверну. Беква. Беква КЗ. Парнишка. Беква. Продолжаем наше веселье. Если бы, да кабы. Ну вот я тоже если бы, но... Видишь. Слушайте, ну очень мало хитпоинтов там на думе. Убить бы его. Но он тут еще стоит. Тут стоит. Аура есть. Вот он. Я понял. Сэф, ну, лоха, сэф. Я ж в спине. Чего ты боишься? Почему они так и боятся этого легиона? Дурачка, я рядом. Они просто боятся. А сэф без койла 4 левел, но очень мало дамажит. Почему? Не знаю. Ребят, можешь сапу уйти, потому что... Тоже под сейвы, под хилы будут. Просто аккуратно держать позиционочку и все. Ну и что-то не хочется хил на него сливать, если честно. На данного пацана. А что, будем драться? Даю репел. Не успеваю, там тычка залетела. Отойди от меня, Джага. Захилю. Захилю сейчас. Хорошо. Придется тут ультимативную качнуть, потому что там легион. Ребят, не мог, наверное, ну, не наверное, а мог СФа спасти, безусловно, но тоже. Я бы сейчас тоже в такой ситуации не был, в какой я сейчас. Я бы сейчас был бы в таверне. Я забрал Дума, то есть я больше импакта внес. Я забрал Дума еще, несмотря на то, что еще забрали ДС. Голды надо. Дагер будет. Так что я считаю, все нормально. Все отлично сделал. Манреген, в принципе, пассивный есть. Ларк 6 левел, ПТшечка. Жалко, маны нет. Только сказал про ману. Стрейф. Хил. ТФ. Погнали. Две хилки. Хорошо. Троечка. Фармируем. Как хорошо, смотрите, фармить их. Они очень сильно замедлены. Новую еще дала ЦМ-ка. Просто вообще по кайфу. Стоим, долбим крипов. Мана набирается, ЦМ-ка ауру качает. Если замаксит ауру, будет просто excellent. В команде у нас тут. Ну, блин, СФ такой, если честно, на приколе. Идет, ну, знаешь, что нужно найти мид, но... Конечно, не сильно отыгрывает. Мне вот тут не понравилась ситуация, когда я захожу в спину СФ, как будто или не видит, или не что. Я еще написал Г, типа Г. Ну, не видел, наверное, не видел. Ничего страшного, бывает. К сожалению, бывает. Бывает. Пол лица отхилили. Ману повесилось. Просто зашел, увидел, победил. Как говорится. Но не без помощи команды, безусловно. Цемочка, молодец. Повер. Не веру. А, ну хотя с ливером веру. Что получится. Ребят, ну что, еще раз рейд делать, что ли? Опять доминация, опять ливер. Вот нахрен с ним, уже эту игру допишу. Но эта игра будет веселая, знаете почему? Потому что там коры. И там один ливер сейчас. У них пойдет сейчас буст по секундам. По секундам. У нас слабенький СФчик. Слабенький джаг. У нас ЦМ-ка молодец только. Ну, будем пытаться. Придется делать линку сразу, потому что будет очень тяжело. Там легион еще будет очень сильно фокусить. Так.
И он будет в фокусе. Doom отлетел. В прошлой катке тоже была доминация, но я хотел записать для вас именно хорошую игру. Чтобы вам было интересно ее смотреть. Не так смотреть, как чисто там доминирует, доминирует. И игра там 4 на 5 пошла. Такое так неинтересно, ребят. Сэф касты стоит, смотрит. Но слабоватый Сэф. Слабоватый. Стоит касты, смотрит. Сразу нужно нажимать, перекликивать. По 30 раз нужно нажимать одну и ту же клавишу. Чтобы такого не было. И тогда все получится. А так, когда вот так вот СФ, такие банальные фраги. Ничего страшного. Бывало хуже, бывало лучше. Так, ну руну забрал Джиггернаут. Пушит нам. Пушит нам. Смарт-редка у нас там еще. Кстати, с смарт-редкой вообще по кайфу. На данном персонаже. В комбинации. Типа смарт-редка плюс омник. Это жестко. Так, берем персеверанс. Пойдем. Мы тут тупо сейчас. Так вот делаем. Пошла. Сразу сметаем эти люди. А там сларки прыгают, посмотрите. Ну, у меня есть стрейф, я вот здесь пробегу быстренько. Го-го-го, вот это. Дойти. ЦМ-ка не справилась с управлением и попала в ДТП. Хорошо. Есть персик. В линку выйдем сразу, ребят, от легиона. Ну, к сожалению, омник тут будет. Скорее всего, я уйду в сапа, потому что буду помогать ЦМ-ке. Омник корна, конечно, интереснее тема, но видите, тут такая ситуация, что нам нужен еще один сап, который будет собирать какие-то дизейбл артефакты, чтобы мы выиграли. Потому что у нас хоть их 4, я вам говорю, они забустятся очень хорошо. Так, go repel, 8 секунд. Че там с вардами? Че там с мидлайном? СФчик. Так, ну есть 40 маны, можно погулять. Можно погулять. Лотар. Придется в центре брать. Да, походу придется, ребят, мне тут жестко фулл сапить. Потому что такая ситуация. Легион взял Лотара. Лотар — это неуязвимость. Даггер на Джаггере. Первым айтемом. Прикольно. Но будет у меня линка, мне не будет страшно этот легион. На самом деле. Вообще я могу буду спокойно фармить. Гоу туда. Го пуш. О, Лего. У него Лотар. Я еще раз пишу, там Лотар, там не нужно драть его. Ну, могли сейчас убить, но Сэф оседал бы сразу два койла, там что-то такое поинтереснее, я думаю, получилось бы. Так, не вижу смысла. Не вижу смысла. Хорошо, забрали тавер. Хорошо. Так. Ладно, вот так вот возьмем для своей команды. Ничего не жалко. И поехали. Будем делать правильный гейминг. Потому что ЦМ, к сожалению, не хочет это делать. 0-3-0-0-0-1. Эх, вот эти АФК игроки на 85-й карте, конечно, это бомбическая смесь. Сларк там сейчас тоже уже Лотар 100%. Они очень быстро будут одеваться. Овер быстро. Все, уже киллинг спри первый пошел. Это нормально, ребят. Это нормально. Так, один вард агрессивный. Один вард вот сюда воткнем. Побежали, вон зубы видны, смотрите. Я не понимаю этой механики. Сейчас. Когда зубы видны.
с Ларки стоят. Даст и Лотары. Ну и как я говорил, Даст, Лотар, там уже. Там уже Лотары, я уже такое говорил. Ладно, завтыкал. Завтыкал, братан. Завтыкал. Так, го ультимативно включаем. Если вдруг сейчас тут вылезет Лижен. Лижендари. Дал дуэльку, ребят, ну помогайте. Хорошо. Хорошо. Неа. Неа, просто. А го дальше. Чё бояться? Чё бояться? Мы в танках. Я хотела ультануть, но уже поздно. Так, есть. Есть вот такой вот центричок. Подтаскиваем команду свою. Немножко. Хороший умник — это залог успеха на самом деле. ЦМ-ка, ну не танчи, пожалуйста. Ну зачем ты это делаешь? Ой, ЦМ-ка. Кто там рот раскрывает, соответственно? А, СФ. Вот как обычно, делаешь всю работу за своих тиммейтов, а они потом сидят и считают, что овер круто сыграли. Ультимативно есть. Хорошо. Хорошо. Сейчас будет писать. Засад пишет. Дно просто. Я вообще ненавижу вот эту тему. Зачем он это пишет что-либо там? Заткнись тоже пишет мне. Я понял. Все, я ухожу в кора. Дауна этому саппортить я не собираюсь. Рили, потому что это дно. Это дно на СФе. Ладно, все, ребят, ну го потроллим немножко его, пусть он подохнет несколько раз, будет пищать хиль. Где хиль? Днем будет сейчас начнется, я сейчас устрою ему веселую жизнь. Понимаете, вот такие люди, которые вот, ну вот, он сейчас убивает, что-то там делает тупо за счет меня. Я мог его еще вот тут отдать. Вот там идет Сларк. Я мог его еще отдать вот здесь вот, когда на него легион пошел. И он начинает писать сосад там. Ну такое, честно, логика идиота конченого. Я не уважаю таких игроков, Рили. Он, конечно, это причем серьезно пишет. Это арчи. Вот просто мы даем им трендюлей, и у него все равно появляются айтемы. Серьезно. Все равно айтемы появляются. Но это минус один человек называется. Тут игра очень жесткая будет. Тут в кора выходить по-любому надо. Вон, смотрите просто, что происходит. То есть это так примерно и работает. Дасты берутся, там не дасты, там центр надо. Короче, ребят, уходим в кора, потому что типа тут СФа сейвить, который неблагодарный, просто еще пишет. Ты тоже заткнись. Как будто я, знаете, какой-то этот, как будто ну, ничего не делаю, говорит, ну подобное. Не прав, СФ. СФ не прав. До свидания. Я буду драться. Как мужчина. На кулаках. У меня... У меня еще линка есть. Где твои койлы, СФ? Все. Попадает. Так, надо бежать. Надо бежать. Нет ульты. Слушайте, ну с репликой драться. А, он там до сих пор омни слэша не нажал, челик. Да. Так, Мурлок, ББ. Маю. Там до сих пор он Джага омни слэш не нажал. Я думаю, почему так растянуто все. Но кнопки не жмут, ребят. Не жмут. Все, давай. Почему не к
Ксилиш, да? И ультанул. Маны не хватило. Маны там рели по мане просадка была. 175, монокост. Но там рели, там Сларк пару тычек подавал, у меня просто просадка маны была. Сларк высосал статы. Поэтому без маны было. Надо сентри, дасты. Продадим топорик все же. Пацаны там будут выигрывать две имбы. Но у нас тут один есть игрок нормальный, это я. Реголотар. Ну там сейчас тупо баш или БКБ что-то такое будет. И мне тоже нужны айтемы, но я не одеваюсь так быстро, как одевается он. Потому что у нас все в порядке. У нас ливера нету, у нас просто фидеры есть. Но эта игра будет интересная, походу, ребят. Вот эту игру я буду выкладывать. Но это 4x5. Типа эта игра становится интересной тогда, когда кто-то ливает. А может идет буст по шмоткам. Я уже это, наверное, миллион раз сказал. Даже сам устал. Сам устал лично это говорить. Го Т2. Запушим. Подеремся. Ну, у меня всего 400 маны. Ну, набирается по чуть, набирается. Это половина маны, мне нужно фулл ман. Просто 175, 50, 160 хилы по КД, все вот эту тему. Будем стоять со спины, смотреть по ауре. Да, аура есть, светится. Значит, пацаны, тут. Ну, идите, 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 не бойтесь. Я, если что. Так, прыжок глочим ему. Глочим прыжок. Прыжок, найс. Глочили еще, но не удалось, ничего более. Еще более тут не удалось. Но я не знаю, цемка. Цемки жопу подхилим немножко. Палов реплика хороший. Стоит. Стена репликейта. Короче, фулл сапарили. Тут надо уходить, потому что вижу, нужно тут работать команда. Чтобы много хила было, и тут это залог успеха был. О, не успел я, если честно, помочь пацаненку. Не видел, честно, вот сейчас не видел. Есть хил, есть ульт. Хорошо, линк убили. Надо драться. Плохо. Жагу хильнуть или убить? No, nice. Хорошо, пришел с дабл дэмэджем. Бог. Задушил. Но много микромоментов проигрываю, когда можно на самом деле подхилить команду, тиммейта, что-то там сделать. Но тут нужно просто жестче смотреть. Прям за тимой. Прям жестко за тимой смотреть надо. Я так бегаю, смотрю, что, куда, зачем, почему и сколько. Гоудали. Пока нету там. Вон, чел что пишет. Сын какой-то там чего-то там пишет. Понимаю. Ну и Сайф молодец, смотрите. Одной кнопкой умеет играть. Там, нажимать, вернее, одну кнопку. Все, даю ему репел. Ладно, ультимативную придется жать. Это настоящее. 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 Все. Гоубэк, все кнопки прожали. Все кнопки прожали, гоубэк. Ребят, можно сделать Радиенс, можно сделать Октарин. С Октарином будет игра идеальная вообще для этой минуты. Но... честно, я не знаю, я бы сделал себе по стандарту. Начал по стандарту уходить в скайди всякие и тому подобное. У нас джага без слотов, у меня слотов больше, чем джаги. В разы. Еще 4к имеется. Недолго думая, да? Хватай и беги, да? Возьми мои деньги и заткнись, заткнись, бери мои деньги. Shut up and take my money. Поехали в коров, короче.
Пока там СФы, вон СФы мои. Все, смерть СФ. Вот это мой кор. Понимаете, почему я ухожу в кор? Хилочку хотя бы нажми, крипов там побей, что-нибудь сделай. Там просто бежит как дурачок. Вот поэтому сейчас будем уходить в кор, ребят. Я все же обоснованно это делаю. Так, у нас тут, смотрите, варги появились. Ё-ё. Ну вот так вот они будут. МКБ появляется у нас у пацанянка. Так, ну там сларк, Б. Там сралка сейчас будет. А ему пофиг, он стоит. Душит крипа. Сралка. Бегает где-то. Ладно, гоучу бояться. Чё бояться, гоу? Главное, чтоб мне линк не сбили. Линка мне очень помогает, потому что как минимум таргет я с себя снимаю. Легионовский. Под хилю мартретка не против? Хорошо. Туза, конечно, с этими... с диффузами это... мама. Туза с диффузами это не прикольно. Это не прикольно. Эй, ты шо? Ля, ты шо? Даггер есть, можно поесть. Все, поехали. Все, замедление дает. Зачем ты крутишься? Там просто разделение надо. Лица делать с помощью purification. Разделение лица. Да, я себе придумал. Нифига запатентую. Го дальше. Почему? Почему стоим? Лица пылесосим. 2-8. Да плевать, какая у него КДА. У тебя 10 на 5. Разница так. 2-8, 10-5. Так, ну СФ там насилует, да? СФ никогда души не заберет. Соберем сейчас хорошо. Бери. Роха, ну и пофиг на Роха, братан. У нас все есть, чтобы драться сейчас. Все есть абсолютно. Ой, зря ты ему дала эту колбу, он теперь будет выходить, но надо его стопить как можно сильнее. Хорошо. Бери Аегис, что стоишь. Все, есть Radiance. Поехали. Стик продадим, возьмем гем. А, не, даст. Все. Хорошо. Ну, игра набирает обороты. Сларки у нас пушат. Скади у Сларка. Вот понимаете, просто ничего... чел не делает на карте, а айтемы у него очень сильно появляются. Найс. Молодец. Даю тебе репел. Иди дерись. Ну, какого хрена? Ой, лох. Какого хрена на мартретке? Сейчас ночь, мы его ни за что не догоним без детекшна, тем более. Поэтому надо уходить в... фулсапа, потому что тут будет тяжело выиграть. Дэмэдж-то будет, в любом случае. Я буду помогать своей команде, но нам не будет вардов хватать. Гоу. Так го! Чего ты боишься, дура? Ну блин, ну что с тобой? Я кидаю ей репел, она должна файтиться просто. Ой-ой-ой, оля, Лёшка. Ну, с Радиенса запилится. Ну, с Радиенса так с Даггера, блин, конусь. А мне плевать на сон, вы видели? Лол. Лоль. Дурочка. Даю репел. Дерись. Так. Поехали. Вот сюда. Мидлейн. Ну, просто затаскиваю, на самом деле, команду. Тут по-другому никак, походу. Все, слил он. Кнопку свою. Shadow Dance. О, еще хилочку подъезжает. Так, ну линку сбивает. Посмотрите, что с думом. Хотел застилить, честно, не спорю. Не скрою. Сейчас уже почти все, одна секунда, линка откатилась, можно жить. Там никто, в принципе, линку сбить даже не может. Пушим просто. Пушим.
чё вы боитесь? Он забегал, ну как дурачок бегает по кругу. Ну и что вы его боитесь? Чего бояться? Вот теперь надо бояться, потому что сейчас будет вакуум. Вакуум — это плохо. У меня есть ульт, если что. Дал ультимативную. Драться, гоу, драться, гоу, 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 гоу. Опасно. Барак добить и уйдем просто, и все. Все, гоу бэ. Гоу бэ. Найс. Вот такой файт мне нравится. Ну, это называется, в принципе, тяну свою команду. Получается, что от своих мувов я задаю им темп игры. Пытаюсь как-то вот эту разбавить суету. Разбавить пытаюсь. Инвиз мне не нужен. Сбивает. Ну, ЦМ. Ну, не видишь, что ли? Сбей. Сбей, вар. ЦМ. Наконец-то увидела. Куда ты пошел? Сбивай, алло! Ну, что ты стоишь? СФ быстрее додумался, чем это ЦМ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Radiance. Чпоньк. Чпоньк. Хорошо. Поехал и дальше. Гот и 2. Ультимативная. Еще минуту. На 34 будет она. Хорошо. Сильный СФ, да. Если бы не такой СФ, который... Сколько у него когда сейчас? 10 на 6. Хотя он столько раз фидил. На центре Сларку фиданул. Там фиданул. И рот потом зато открывает. Ну, я не знаю. Я таких игроков не понимаю. Банально. Банально не понимаю. Все, есть, хорошо. Дум, ну идет тупо специально в меня. Ну убейте его, это же вообще, это же это ливерейт. Просто я не хочу подходить, потому что он мне линк сбивает. Со сбитой линкой мне тяжело. Так, в меня вгрызается. Тупо в меня вгрызся. Надо отойти. Ой, хороший сон какой-то, смотрите. Надо тут пансануть. Этого пацана стилить. Пацаны. А, все, я понял. Я сейчас мог умереть. Ну, никого нету. Почему все ушли? Я же тут еще. Чего вы боитесь? Ну, лох. Вот теперь надо бояться, потому что там Сларк бежит. СФ отхилится с вампиризмом, артредка не так отхилится. СФ быстрее отхилится. С СФа дэмэджа больше, он быстрее отхилится, соответственно. Все, артредка. Восвояси, плиз. Смелее. Смелее написал. Смелее надо написать просто. Нужно чуть посмелее драться, когда умник в команде, это хорошо. Это хорошо. Да, кстати, ребят, насчет вот сейчас подобрал хасту. А, эта хаста может сняться, если я накину на себя репел. Также от хускара ульты репел снимается. То есть репел кидается на хуска, хуск ультует, и ульт типа, ну, снимает баф там. Понимаете, да? Вот, и получается вот так как-то. Можно выйти в башер, можно выйти в хекс. Выйти в хекс. Так сказать, это будет правильная игра. Ну, а есть тут один слот, вот этот, который вызывает неправильную игру. Но можно сейчас сделать хекс и закончить эту игру. Давайте я рили сделаю хекс. То есть, Омника Кора вы, в принципе, всегда видели. Вот, но Омника Саппорта, как бы редко видите. Ну, можно будет и Кора записать. То есть, ну, Омник Кор — это прикольная тема, на самом деле. Им душить вообще на изи. Одна кнопка, побежали. А можно Октарин сделать. Чтобы я вообще, у меня кдшек вообще почти не было. Репел по колдаунам. Единственное, нужно будет расчет холодный на команду. Слушайте, я тут не уйду, надо ультиматив даже. Да, я тут не уйду. Тут не уйду. Хорошо. Дэмэдж не наносится, соответственно, можно дагер нажать. Сурвив. Так сказать, сурвив лайк про. Дэмэдж с ультимейта не наносит, соответственно, могу дагер юзан. С толпы вылететь просто.
Стоило только кнопку нажать. Да, они так еще целенаправленно бежали. Молодцы. А был бы у меня какой-нибудь айтем на дэмэдж, там молнии какие-нибудь, там бы вообще без шансов было, я бы разнес просто. Слушайте, ну Рилли, очень хочу молнию. Можно сделать. 5700, go. Я бы просто сейчас легиона там изрешетил. Еще бы ушел потом. Говорили по фану. А чё нет? Чё нет, скади можно сделать, конечно. Но скади... Скади тоже прикольный чувак. Но у меня все, на этом слоте закончится, мне тут гем нужен. Мне тут гем нужен. Сейчас будет атак спид хороший. Молотком бить будем. Все, гоу. Я буду просто прыгать, начинать, но ультимативной нету. Олега на топе. У него нет ТП, ТП нет. ТП нет там. Гопуш, наглую. ТП нет, гопушить. Когда я на себя репелы побежал. Отойти. По хп просел я очень сильно, СФ тоже просел. Go back. Все. Back. Джага там побежал, просто ни хилки, ничего не поставил, соответственно, из 2. Просто там арчит на Джагера вешается. На фит били с Ларкба. Бей. Я под сейф. У Мартретки вообще ничего нет. Посмотрите на мои слоты. Слоты Кора и слоты мои. Так, вот тут в лесу стоит фармит. Дабл, дал экспу. Вот тут, смотри. Дали. Экспириенс. А идет легион. Мартретка, ты не видишь? Уходи. Просто. Гоу. О, все есть. Если что, подеремся. Подеремся, причем неплохо. Все, я вижу. Потерял свой. Дал ультимативно, деритесь просто как собаки. Ну, далее. Я кинул на РПЛ на себя, потому что я, не знаю, я себя в приоритете держу, Рик. Ну, попрыгун вот этот ночной. Его тяжело поймать. Безвижно, тем более. Вообще почти нереально. Лесной скакунчик. Гоу. По СФу начал дэмэдж почему-то там проходить. Хотя... А, ну, магия. Скорее всего, магией его задолбили, потому что ультимативную-то я нажал. Магией задолбили. СМКБшки. Плюс... Даркпак там. Хорошо. На мне дум. Надо отойти. Сларк может зафокусить. ГГ. Хилку поставь, Джага. Просто бить будет. А кто не убил? А не хватило все, что я хочу. Боже, я тавер просто соло закинул. Пушьте. Лего с даггером, но тут нужно сбивать мне. Я касты стою, смотрю. Хорошо. Сюда. Сларки на своем. Но я не хочу свою жизнь науке отдавать. Отдался. Но отдал жизнь науке, так сказать. ГГ. Так.
так сказать, эпично закончил. Сносите. Сносите, сносите. Нет, нечего тут тянуть. Go. Не на своем рейте выиграл, ну что сказать. ГГГГ, несите, ребят, несите. Давайте я тогда уже байбэкнусь, чтобы закончить эту игру. Ну, такая вот каточка на омнике. Ну, скорее всего, тут больше я вышел в сапа, нежели чем в кора. Не было слишком овер таких жестких дэмэдж файтов прям, где миллион дэмэджа сыпется. Просто такая обычненькая игра вышла, немного подсаппортил, были микромоменты с ошибками, но по сути смысл игры понятен. SF пошел на мид, SF так среднячком отыграл, ну айтемы, вы скажете, типа айтемы классные у него, он же там тащил. Нет, он полностью, я вот считаю, что лично тупо от меня начался вот этот буст. Больше тут нечего в принципе сказать, ребят. Вот такая вот каточка, надеюсь, вам понравится. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все. Всем хорошего настроения. Так, взяли мы Омника. Давайте без бары, мужики, там пишет парнишка. Так, берут Урса. Урса сразу, это конкретный контрпик. Конкретный контрпик, потому что если Урса пойдет на центральную у меня ничего не получится. Так. Но ничего страшного, будем что-то делать. Сайлосар тоже, в принципе, контрпикает ни хреново, так сказать. Но я пикаю первый, потому что есть вероятность того, что заберут у меня этого героя, чтобы я не парился, и скелета тоже берут. Ну, придется, походу, убрать тут нестандартный затар, хотя хотелось, знаете, такое там мадное, такое, покупать, чтобы душить по-страшному. Но придется играть немного по-другому. Сцеп. Берется курьер, у нас все же нормально. Отлично. Главная наша задача будет, ну не знаю, с такого пика, конечно, хотелось бы увидеть алхимика на мидлайне, чтобы изи выиграть. Вот для кого пишешь, я мид? Парни всегда задают этот вопрос. Я иду, я писал. Все, надеюсь, меня не буду больше тревожить по фигне. В общем, в чем смысл? Если, допустим, идешь в ВС Алхимика, на мид это вообще классная игра, потому что ты сможешь изи убивать его. Возьмешь просто орбу, сделаешь фейзы и уже просто... Ваше здоровье. Еще один тупой в игре есть. Кто мид? Кто мид? Так вы знаете, у слепота такая пробрала их. Кто мид? Кто мид? Я хочу мид. Какие же глупые люди есть. Урса с топориком. Привет, я Урса, у меня топорик. Я спрячусь за вот этим деревцем. Что ты хочешь? Иди отсюда. Я не хочу, честно, тут вытанковывать. Вот так вот, гоу. Я не хочу на себе стакать. Урса третий. Боже, он меня кидает еще. Меня еще и кидает. Но там пройти можно. Ну, я просто так, как обычно, протанчил. Куда идет вот это животное? Как будто чат не видят, ребят, я серьезно. Чем ты мне тут центральной линии? Ну, я хитпоинты просадил, это очень плохо. Что, мне сейчас мартретка, если просто начнем угрызаться на втором левеле, мне нужно будет хорошо хилиться. Надо ДНД сразу, чтобы не сидеть, не общаться в чатике. Мне нужно показать хорошую, красивую вам игру, так сказать, на скилле. Потому что я играю сейчас без подписчиков. Каточка должна быть отличненькая, веселенькая. Так сказать, на все 100%. Единственное, хреново мартретка у нас качает промах. Буду я по ней промахиваться. Я пока что промахиваюсь тупо по крипам. По крипам промахиваюсь. Хорошо. А плюхи можно и такие раздавать на третьем левеле лицо и подхилить.
принципе, все просто, думаю, будет. Хорошо. Хорошо. Ласт хитить на этом персонаже вообще одно удовольствие. У него прекрасная тычка, мне вообще очень нравится сейчас. Чалька. Так, гоу эску. Пока крипы тут, отойдем лучше. Мартетка изи сбивает дагерами манки фласки, всю вот эту тему, и пока просто банально тупо отойдем. О, если сейчас он пойдет на низ, то там крипов стоит бьет. Но умрет тут, он там еще и лесные крипы помогают по две. Все хорошо, возвращаемся на центральную. Возвращаемся. В Мартретке тут все хорошо. Но будет драться, я тоже подерусь. Я на кулаках. На кулаках тоже люблю, можно сказать. Хорошо. Тангус. Этот спел возьмем. Тройку. Но Мартретка почему-то уступает. Не знаю, линию. Прям она вообще не хочет подходить, как будто. Как будто вообще в принципе не интересен этот лейн. И надо стики взять вес с нее, а то меня говном закидают потом в комментах. Стики не берет, вес Мартретки, но. Я хочу тупо фейзы сделать сразу, чтобы вообще не давать ей тут дышать. Хотя она может просто на пассиве стоять на дагерах, в принципе. Все просто. Гоу, фейзы быстренько возьмем. Хорошо. Есть. Одну манку. Есть фейзы, все, сейчас будем ее тупо гонять. Ну, Мартретка это такой себе персонаж, на самом деле, на миде ВС Омника, так сказать, такая тема. Ну, тут мы на Омнике, соответственно, пойдем в Кора. Это будет интересно. Промахи пошли. Волшебные промахи. Волшебство. Как обычно, 10 промахов подряд, это классика жанра. Не знаю, я хочу ботл. Я хочу пиццу. Пол лица отхилили ей. Пойдет. Следующий стрейф. Будет для нее смертельный. На моем персонаже. Да, и побежала. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Забрала она. Нормально. Ребят, Омника можно собирать вообще по-разному. Как хотите. Качать тоже как хотите. Этот персонаж очень, так сказать, непредсказуем. У него очень много вариаций для того, как его собирать. Один килл фора вам еще. Как его собирать, данного персонажа? Можно собрать его через кора, можно собрать в сапа, можно пуджу пойти в лицо подломать. Мне стоит только подойти и захилить своего союзника, чтобы застилить этот фраг. Все довольно-таки просто на данном персонаже. Ну вот рили просто. ЕЛТ клоун. Вот я таких не люблю игроков, которые в чатике много пишут. Опа. Ну подойди. Не знаю, что она боится, что я пол лица ей отхилю. Ну, есть такое, я сам побаюсь иногда Омника, так не хочется, он такой противный спел, но чистый урон. Чистый. Ой, куру реюзнули, ясно, я понял. Ну, спасибо, это как обычно, в принципе. Не удивлен, что куру реюзнули. Отправляешь себе курьера, он и уже думает, что он где-то тут под тавером, а оказывается, он до сих пор стоит на базе. Жизнь, она такая. Ребят, не знаю, я бы тут линку собрал, потому что тут пуч. И лишний раз отражать дисмембер, это... Такое, если честно, хорошее преимущество. Нравятся все крипы просто сразу. Вся нечисть. Я, кстати, за нечисть играю. Вся нечисть упала. Прогуляемся к пацанам. На фейзах очень классная тема, фейзы на 85-й карте, они дают очень сильный стрейф. То есть стрейф это движение
в одном направлении, так, знаете, быстро это. Оба, как раз и побежали. Хорошо. Дадим. Вот этот спел пацанишке. Если честно, не люблю, когда... Вот это на фейке, просто сейчас нету КДА, и, соответственно, нормальных челов за меня тоже кидают. Смотрите, какой дисбаланс. Как отыгрывается все это дело. Он не хочет, не хочет, не хочет. А я хочу. Очень сильно хочу. Поговорить с этим пацаном. Ультимативную я не качаю, не знаю, просто третий, в третий спел ухожу и все. Был бы алхимик, я бы качал ультимативную. Ребят, ну пойдем, Рошу, гоу чекнем. Смотрите, что там происходит. Минус 2 от Рошана. Они там Роши, да просто там лоу хп у Рошана, наверное. Боже, что это такое? Рошану видели тоже, как достало с Purification. Жестко. Это что сейчас была за игра, я не понял. Они там с Леориком пытались забузить лайфстилами. Ну, сколько там левел? Четвертый левел, пятый, Урса. Ну, не получилось у пацанов, к успеху шли. К успеху шли. Слушайте, ну раз такая изи каточка, можно будет сейчас поприкалываться, взять что-нибудь. Боже, там, ну, Урса ПТ, зачем ты взял ПТ? Возьми маску, 100% убьете. Вообще 100%. Так, ну они просто ничего не могут, мне кажется, сделать. Сало нарезает. Ладно, придется хил юзать. Тут, понимаете, тут тоже скиллы вот эти отвратительные такие. У Леора стан будет. Сало будет неплохо напрягать. 4 на миде почему-то решили они подушить мид-линию. Мид-линию почему-то душить собрались. Я бы, блин, зашел бы в толпу, сейчас хильнул. Но страшновато, честно. Страшновато. Дагер. Сейчас возьмем. Возьму дагер сейчас. Дагер и все. С помощью дагера мы сможем врываться в драку. И кайфовать просто. Лобалка. Ну, стрейфуемся, убегаем. Хорошо. Ну, если что, могу подхилить. Гоу. Ага, блин. А тут кто? Леоричек. Гоу Леорика. Замедляю. Хорошо. Даем этому пацану репел. Чтобы он не умер у меня, Аегис. Хил. Эх, не успел уже руки только поднять. Не успевает, к сожалению. F1 не работает. Понимаю. Хочу закупиться. Но не работает F1. Не достаю. Печалька. Ладно, ультуем. Тут без вариантов. Винету маны, чтобы раскинуть ульту. Ой, ульту, purification. Понятно, что Б. Сколько? 20 ман еще. Стики, где твои, лох? Да но! Я просто тупо замедляю, потому что я больше ничего не могу сделать. У меня нету маны. ЕС. Ну я, блин, канулся от ЕСа, получается. Печалька. Но я пытался засейвить ему жопу как мог. Пытался. Руну забрали у меня и все. Руну забрали и все. Ну вот такая вот печальная история паладина, который пошел с Эгисом под тавр. Очень страшно. Они еще это камбэкнут. На руну? Ну, руны все пособирали. Это плохо.
отвратительно все. Все, я пошел на базу, я не хочу без маны ходить. Тут возьмем сейчас. Все же стик нужен нам. Просто необходим микромоменты отыгрывать. Плюс... ДПшечку сейчас возьму и гоу килять. Все будет по кайфу. Я уже иду. Смотрите, кто у нас? У нас тут Леорик. Стопу. Понятненько. Засуицидится. Вот я ненавижу вот это. У меня нету дэмэджа, но я не могу его по-другому убивать. Да только если без хила сразу прыгать, пытаться убить. Ну такое, ну Леорик ливнул. Печалька. Печалька. Йоу, я тоже ливнул. Неинтересно будет так играть, хочу нормальную качественную игру.